Привет, друзья! Как всегда на канале Крипто Даша у нас новое видео. И сегодня я расскажу вам о запуске нового токена, точнее это мем-токен проекта Ra8bits. Ra8bits это совершенно новый проект, который включает в себя постоянно расширяющееся виртуальное общество, созданное растущим криптосообществом на блокчейне. Пришло время серьезного противника. Они претенденты на то, чтобы остаться и развиваться. Ведь до сих пор мы видели много мем-токенов, многие из которых так ничего и не достигли. И вот тут-то и появляются Ra8bits. Проект считает Ra8bits идеальным мем-токеном и чувствует, что могут сделать его намного лучше, чем большинство всех монет мемов. Поэтому они хотят познакомить нас с их новым и уникальным проектом – Ra8bits MemCoin. Их токен будет запущен уникальным способом и будет разделен между держателями серии Ra8bits NFT, которые участвуют в распродаже Moonbox на Moonboxes.io. Поэтому для вас Ra8bits NFT плюс Ra8bits MemCoins. Токены Ra8bits MemCoin будут продаваться на PancakeSwap, а Ra8bits NFT можно будет обменять на MoonSea. Каждый Ra8bits в серии Ra8bits NFT уникален и создан по алгоритму, некоторые с более редкими чертами, чем другие. Как вы помните или кто еще не знал, посмотрите мои прошлые выпуски про мунбоксы. Ra8bits NFT предлагается в программе мунбоксов с гарантированным выпадением, когда вы открываете соответствующий ящик. Каждый обладатель серии Ra8bits NFT получит мем-токен Ra8bits после закрытия продажи 13 ноября в 12:00 по UTC. Остальная часть Ra8bits NFT будут сожжены навсегда вместе с токенами, что, конечно же, еще больше повысит ценность этих NFT и токенов. Когда раздача Ra8bits токен будет завершена, он будет выставлен на PancakeSwap, что сделает токен доступным для обмена. Что касается токеномики, то общее предложение 1 квадриллион токенов Ra8bits. Цена листинга составляет 125 миллиардов токенов Ra8bits за 1 BNB. За каждый перевод взимается 15% комиссии. 6% автоматически распределяется между всеми держателями. 5% автоматически добавляется в пул ликвидности и 4% автоматически добавляется в фонд маркетинга и развития Ra8bits. Распределение токенов идет следующим образом. Общий запас Ra8bits токен в 1 квадриллион разделен на 4 части. 50% от общего предложения направляется на продажу NFT. Каждый Ra8bits NFT представляет 50 миллиардов токенов, а общее количество Ra8bits NFT составляет 10 тысяч. 10% вложено в проект Moonshot по совместному маркетингу и раздаче airdrop. В их серии Moonshooter NFT 30% будут сожжены незадолго до листинга на PancakeSwap, но после закрытия продажи. И 10% будут зарезервированы для мероприятий сжигания токенов, чтобы отпраздновать это главное событие проекта. Конечно же, напомню вам про сообщество проекта в Twitter, Telegram и Discord, где всегда самые важные новости выходят первыми. Присоединившись, вы никогда не упустите ничего важного из жизни проекта. Вся подробная информация есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Подписывайся на мой канал, пиши комментарии и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!